Друзі, ми повертаємося в нашу бадьору ранкову студію. 30 років в незалежній Україні. У нас Костянтин Смірнов у студії. Привіт, Костю. Костянтин Коваленко. Доброе утро. Ну, наконец-то много денег прийде, значить, одразу да, не знаю. Так, не знала, значить, багато їм будеш. Але так. Взагалі сьогодні, знаєш, мене одного разу у студії, тобі розкажу теж історію, називали весь ефір Катя, Катінка, Катюша. І я сиділа весь ефір, покорно слухала свого гостя, слухала, а потім кажу, знаєте, у мене для вас є сюрприз. Він який, кажу, а я Ангеліна. І він такий, боже, багато будеш. І скажу тобі, потім мені на карточку прийшла стипендія. Тому дай Боже, вам усім, щоб вас путали і приходили після цього гроші. Так, давай карточку, ми тобі зараз перерахуємо. Ні, спасибо. Давай знайомитися ближче з нами і з нашими українцями про те, що взагалі ти у нас мандрівник. Можно сказать, что после окончания великих географических открытий Васко-да-Гама, когда Индию открыли, у нас был небольшой ковидный перерыв, и все путешественники, которые любят путешествовать, любят передвигаться активно, да, есть туристы, есть путешественники. Так. Не надо путать. Ага. Турист приезжает смотреть на достопримечательность, а путешественник приезжает вкушать в себя эмоции новые. Ух ты! Да. И, значит, с 2019 года, если нас смотрят дети, я прошу прощения, так, это эпоха, когда маски все не носили. Такое было вильно. Да. Многие уже, наверное, забыли. И вот в это время, с 19-го вот по сейчас, многие путешественники начали открывать для себя Украину снова витка, потому что ну, никуда ж не выйдешь. Так. Вот. И вот началась эпоха путешествий по Украине. До этого, конечно, все путешествовали везде, где можно было. Да, до ковидный год у меня было 20 стран, да, вот в 19-м. То есть, это за один рик. Да. Активно, интересно. Ну, кстати, вы знаете... Вот уже путешественники, они говорят, что если ты посетил одну страну, так. Ее нельзя посетить за 2 дня. То есть ты должен в стране остаться минимум на неделю, чтобы понять, что это такое. Тогда это считается путешествием. А если этот, ну, на выходные, в принципе, тоже это маленькое такое приключение, но вот, как сказать, достойное приключение, это уже не назовешь, это мини-приключение. Да. Так. Костянтин Коваленко. Так, давай, очень приятно. Дуже. Слухай, на твою думку, вот в Украине, які місця відвідати must have? Ну, я ж понимаю, що нас смотрят зрители со всей України. Так. Вот, поэтому у нас есть, ну, посетите хотя бы города-миллионники. Вот. В любом городе-миллионнике вы найдете для себя такое количество приключений и в том числе гастрономических. О, такое количество насыщенного и досуга, что как бы вам хватит. Вам хватит. На самом деле, да, там даже на 2 дня съездить там, в Киев, вот, посмотреть на Софию Киевскую. Макс, вы, кстати, видели фрески в Софии Киевской? Так. Вот. А многие, кстати, даже киевляне туда не ходили смотреть. А это, кстати, это старейшая славянская святыня, которая, ну, это вызывает восхищение и уважение. Я не бачила, тому сиджу, така, думаю, треба заховатися. Так, бо я не бачила. Боже, що робить, да? Ну, якраз ось ми ділимося з тобою наші студії на тих, хто бачив і хто не бачив. Кому треба побачити, кому треба другий раз прийти подивитися. Я згоден повністю з тобою, Костя, в плані гастрономічних пригод, тому що я пам'ятаю Івано-Франківськ. Може, це неймовірне місто. Я не можу робити рекламу тому ресторану, який ми відвідали, але от, насправді такої смачної їжі ще ніде не було. На твою думку, от у мене Івано-Франківська, на твою думку, в якому місці найсмачніше? Ну, був почти везде, їв много, не справився. Да, ні, я пытаюсь держати себе в формі, хоча їм не надо. Макс, Івано-Франковськ – это шикарный город, да, его называют, это как Львов, только чуть-чуть дешевле. До речи, да. То есть количество классных ресторанов и сервиса обслуживания, которые могут предоставить в Ивано-Франковске, он находится на уровне Львова, то есть это очень высоко. Львов на уровне Киева тоже очень высоко. То есть это, тебя обслужат классно, подача суперская. И при этом всем это не совсем дорого. Да. Так, вот. Так. Сказать, в каком городе вкуснее кормят, я не могу. В каждом городе есть свои изюминки. Абсолютно недавно открыл для себя полтавские галушки. О, так. Поехал в Полтаву абсолютно так. Случайно, заезжав в Полтаву и познакомился с какими-то ребятами, но всегда так получается. И они говорят, а ты, говорит, Константин, а вы галушки ели? Полтавские. Я говорю, нет.
Все, меня за руки, за ноги отвезли в ресторан, значит, я так тебе галушек наелся, я уже сам как галушка была. Ну, это почти очень тяжело, вы знаете, потом два дня в тренажерном зале ходишь, чтобы мне чтобы тут кадр был. Класс. Поэтому в каждом городе своя изюминка. Если вы едете в Полтаву, попробуйте полтавские галушки. Если вы приезжаете в Киев, зайдите в ресторан, знаете, я не очень, значит, есть киевский модерн, да, это как... одно из видений в искусстве. Да? Uh-huh. А есть вот модерная киевская кухня. Uh-huh. Вот это вот шикарно. То есть это молекулярный там борщ, например, uh-huh. попробовать. Киевский молекулярный борщ. Или съесть там эти новейшие приключения, да, там котлеты по-киевски там, в новых каких-то форматах. Вы этого еще не видели. Вот. Если вы приезжаете во Львов, так. Да, там, съешь там львовских пляцек, да, вот эти торты, их, которые они выпекают. Если вы в том же Ивано-Франковске или на Закарпатье, там банаши, богращи. Да. Mm-hmm. Вот, поэтому истинные гурманы, они знают, де я ще. Давай підтримуємо. То є тема. Так, ну це все зрозуміло. Але ж ми їдемо не тільки за тим, щоб поїсти, правильно? А які ще, ось, наприклад, такі обов'язкові пункти, якщо ти відвідуєш якесь місто, говоримо про Україну, обов'язково тобі потрібно або завітати на центральну площу, або в якийсь музей, або, не знаю, до якогось історичного і пам'ятки. От що ще таке от must have? Якщо ви путешественник, mm-hmm. а не турист. Вот, этот турист едет смотреть на достопримечательность. Mm-hmm. Например, там, едем смотреть mm-hmm. на Лесский замок, будем рассматривать, целый день ходить, отфотографируем его везде, да, там фотоотчеты. Да. Uh-huh. А можно ощущать это через эмоции. Вот, то есть можно, например, прочитать, если есть там финансовые какие-то возможности, оно, кстати, совсем недорого стоит, поэтому я призываю, берите интересных гидов, они вам расскажут в 10 раз интереснее. Всегда, когда у меня есть возможность, я беру. Mm-hmm. Вот, но есть еще возможность, например, вместо гида открыть программу mm-hmm. И просмотреть те самые пункты интересные, которые есть в данном городе. То есть, там, и вы увидите абсолютно большое количество интересных впечатлений, которых вы даже не могли себе mm-hmm. и представить. Что вы там найдете? Вот, поэтому можно поехать в Валежский замок, в котором вам расскажут о подвалах, о погребах, там, где там где вино хранилось, mm-hmm. где колодец, в котором там пытали там, каких-то этих, значит, злодеев, так. Где, значит, там коронация происходила. Ух ты! То есть, да, это гораздо интереснее. Если мы говорим, да, вот едете в определенный город, возьмите интересную программу, прочтите, да, и выберите для себя, что вам будет интересно. Ну, мне, конечно, интересно немного побродить по центру города, отведать гастрономических, гурманистических впечатлений. Да, есть в каждом городе интересные точки, и то, что вам нравится, вы уже должны выбирать сами. Что касательно городов, есть же у нас и такие приключения, как не только там поехать в город, у нас есть приключения и поехать, например, на какую-то природную достопримечательность. Так. Вот. У нас есть в Украине очень большое количество сумасшедших вообще мест. Угу. Вы, наверное, слышали про Асканию Новую. Так. Так. Вот. Макс, вы были? Так. Вот. А вы? Значит, поедем. В двух словах. И можно чуть-чуть там отсобирать денег, да, заплатить 500 гривен, значит, на это Асканию Новую. Угу. И вас садят во внедорожник. И вы в внедорожнике летите по полю, значит, а за вами бегут зебры. Это неимоверно. Да, это действительно нужно увидеть. И это действительно, я призываю, путешествуйте по Украине, пока ковид. Так, Кость, одне є питання, от як чоловік чоловіка питаю. Значить, за 19-й рік більше 20 країн, так? Потім Україна. Українські дівчата найкрасивіші у світі? Факт. Так, на секундочку, ще якісь питання виникають з цього приводу? Ні, я просто уточнюю. Я, звісно, ні на що не натякаю, але у нас тільки у студії весь час дівчат, а вся знімальна група дівчат, він це ризикує, розумієте, кожного ефіру. Взагалі, питаннячка, оце під'їжджають. Ні, ну дивись, просто я розумію, що там у кожній країні, наприклад, в Бразилії, в Мексиці, там, ну, є ж певний свій теж колорит, люди виглядають по-інакшому. І можна приїхати туди з України, наприклад, в Бразилію, і за бразильянку там одружитися на ній і залишитися в Бразилії. Тож таке теж може. Чи не була така спокуса під час подорожей? От ви знаєте, все-таки, коли повертаєшся в Україну, настолько радуешься нашему колориту, да, этому родному. Вот я приезжаю из Киева, да, я приезжаю так. В Киев, я радуюсь этим каштанам, я радуюсь этим деревьям. И, конечно же, украинские девушки самые прекрасные в мире. Я призываю украинские мужчины, не теряйте возможности, женитесь на украинских девушках. Да. Не в Бразилию. За сором. Не в Бразилию. Ну, бразилянки не такие, более чуть специфические, да, вот мы же как бы там, у них определенная там фигура, да, так же, как и украинские.
українки, да, вони мають свої особливості. Да, вот они... Знаєш, які особливості в українок? Українки? Так. Ну, можемо їх перечислять, але це все-таки передача о туризмі. Не, просто можна порівнювати українок, наприклад, з бразильянками, так, ага, за фігурою, а можна те, що ну, українка... Да, да. Підпалить будинок, сама його потім згасить. Чоловіка згасить після роботи. Ну, типу. Ні, дівчатка у нас хороша. Дівчатка у нас найкраща. Я, дівчат, я, звісно, ні на що не натякаю, але мені здається, ранкове шоу та перейшло там в чоловічі розмови. Так що зараз буде трішечки вливатися, вриватися, бо щось хлопці розгулялися. Так, вмикаю українську жінку, яка наводить порядок. І тут же може стати спокійною і трішечки такою врівноваженою. Так, цікаво взагалі поговорити ще про те, от ти багато подорожуєш, і якщо подорожувати за кордон, ми розуміємо, потрібен закордонний паспорт, там потрібно дуже багато різних нюансів, що потрібно нам для України, щоб подорожувати. Ось такі 5 топ-речей, які обов'язково mm-hmm. треба кинути собі у сумку. Значить, візьміть паспорт громадянина України для ID-карти. Значить, этот powerbank обязательно, желательно 2-3. Значить, в рюкзаке водичка. Значит, кошелек, ага. Вот, и заметка, в которой будет указано, где вы хотите путешествовать, mm-hmm. что вы хотите увидеть. В принципе, это минимальный набор, с которым можно уже ехать куда угодно. Кстати, вот за мужской разговор мы говорили. Так. Есть уникальнейшее место в Украине. Мало кто о нем знает, но те, кто были, находятся в восторге. Это музей ракетных войск, который находится в Николаевской области, в Первомайском. Значит, это огромная база ядерных mm-hmm. ракет, которые должны были за мгновение уничтожить всю Америку. Угу. После Будапештского меморандума Украина отдала свое ядерное оружие, но сама база, угу. это была суперсекретная база, она осталась. И туда вводят экскурсии. Угу. То есть это спецсекретный объект, который туда очень тяжело попасть раньше было. Но сейчас туда приводят экскурсии. И вас спускают на минус 11 этаж. Вау. В командную рубку. Ух где за какую-то символическую сумму, ну, в кассе все должно платить, вот, тебе дают возможность сесть на кресло, на котором стоит, вы знаете, такое вот еще вот начало независимости Украины, там 91-92 год, и такой вот мощный такой трызуб. Мощнейший, да, ты смотришь, аж мурашки по коже бегают, какая мощь. И, значит, такие клавиатуры, все на украинском языке написано. Значит, написано, выпусти ты ракету. И можешь натыснуть. Да, и ты прям можешь нажать, то есть это тебя спускает минус 11 этаж, командная рубка. Вот, и там как бы, в чем была суть? В том, что если туда попадает ядерная ракета, прямо вот в эту командную рубку, человек, который сидит там в командной рубке, он выживает и нажимает ответный удар. В общем, очень круто. У меня было такое большое количество эмоций. Мало кто об этом знает. Музей ракетных войск, Николаевская область. Угу. Топовая история. Да. Класс. Значит, там еще стоят вот эти вот ракеты, они уже как бы не рабочие, то есть угу. кто-то их разобрали. Вот. Но там стоят значит, только оболочки, вот эти вот ракеты СС-20, да, там это, угу. ее называли американцы «Сатана», то есть она такая «жух». То есть ты идешь угу. и думаешь, вот это мощь, вот это мощь. Но я абсолютно уверен в том, что ядерное оружие не стране, а вообще миру оно не надо, да, поэтому... Пускай все будут в мире і ніколи ні з ким не воюють. Так, слухай, а на Вінниччині є ставка Гітлера. Ти був там? Абсолютно крутая штука, теж, да, да. От розкажи докладніше про неї, бо я не встиг побувати, на жаль. Був у Вінниці, але не в ставці. Угу. Вінниця сама по собі теж інтересний город. Угу, так. Вот. Это уже, знаєте, як це сказати? Сейчас, это уже не Чернигов, но еще не Львов. Да-да-да-да-да. Он, ну, я бы не сказал, что это большой город, он такой немного компактный, там красивый центр, шикарные танцующие фонтаны, которые были первые, да, в Украине. Так, так. Потом они появились в Киеве, потом в Днепре, можно ездить смотреть. Вот. И недалеко от Винницы, минут 15, можно там 20, да, вас навезут на машине. Значит, место не очень благоустроенное, конечно, для туриста, который собирается изведать все ногами и обойти, это достаточно круто. То есть, там двухметровые толщины стены, которые погружают тебя в атмосферу Второй мировой войны, ты можешь... Ну, Гитлер там, конечно, ни разу не был, вот, но ты понимаешь, что на самом что означало тогда строительство и что они хотели делать. Интересно, действительно интересно. Можно проехать, посмотреть. Знаете, я сейчас вспомнил, Макс, есть большое количество в Украине замков.
но не все замки, они ухоженные. Так, так. Вот у меня был какой-то квест, я туда 20 замков проехал по Западной Украине, было интересно посмотреть. И вот я хочу сказать, что ну, то есть немного замков вот, достойны того, чтобы туда вот, зайти. Вот Олежский замок, например, вот, он очень, значит, очень благоустроен. То есть там есть, то есть, туристическое место. Ставка Гитлера – туристическое место, но оно без туристической инфраструктуры. Без туристической инфраструктуры. Вот. Про инфраструктуру. Опа! Значит, да, да. Если вы сейчас пройдете по Киеву, вы увидите большое количество, возможно, замечали, туристов из арабских стран. Так. Так. Вот. Мне стало интересно, шо, почему их так много. И оказалось, Украина сейчас находится в уникальнейшей ситуации, когда самые богатые туристы, которых хочет вся, весь мир хочет, которые, там, за которых борется Франция, Германия, Италия, которые хотят, чтобы приехали, это саудиты. Да? Саудиты, это Саудовская Аравия. Значит, и они привыкли путешествовать и тратить много денег в очень красивых странах старой Европы. Но из-за ковидных правил так. Они не могут туда попасть. Вот. Там достаточно усложненная система пропуска, то есть им необходимо, и они приняли решение не покупать туда билеты. И вот я сейчас открывали статистику, 17 тысяч с начала года туристов из арабских стран, в большинстве случаев это Саудовская Аравия, приезжают в Киев. Один такой турист тратит 3000 долларов на человека. Приезжает. Это, кстати, максимально, это максимально комфортные туристы, они не дебоширят. Это не футбольные хулиганы из Англии, которые разнесут там все это. Все это, да. Это максимально вежливые, они путешествуют с семьями. Вот. И сейчас очень много вот на международных форумах вот, можно почитать, что вот эти саудиты пишут, мы для себя открыли Украину. Это очень интересная страна. Вы знаете, а сколько там воды? Вы знаете, они да, из-за того, что у нас, мы видели недавно с товарищем, когда стоял саудит стоял там с товарищем, и они обсуждали, сколько денег. Днепр, это сколько денег в воде? Потому что у них ого. Вода, да, пресная так, вода, так. Это ж, действительно, это, они говорят, вы слышите, это все, у него в глазах цифры, у него калькулятор достает, считает, да. Вот, поэтому Украине сейчас очень сильно повезло, и я призываю всех украинцев с настоящим украинским радушием принимать туристов, потому что Украине повезло в этот момент, мы стали просто вот у раздорожья, когда туристы со всего мира, которые привыкли путешествовать, открывают для себя Украину и видят, что можно увидеть что-то действительно иное. Украина была как ну, страна, она ну, не сильно туристическая, давайте откровенно говорить. Вот. А сейчас они открывают ее для себя, и они в восторге. От хочу доєднатися саме до ваших спостережень, тому що от на вихідних гуляли компанію, якраз підійшла до нас групка ось цих туристів, і вони приходять з телефонами і кажуть, а це як правильно? І вони прям хочуть вивчати українську. Да? Оце, я клас. Люблю, дякую, привіт. І вони прям сказали три слова, і такі задоволені, і прям хотіли ще. Тому дійсно, давайте вітати наших туристів, все ж таки їх підтримувати і вчити українській мові. Ну чому б ні? Так. Ну і давайте на цій позитивній ноті, Кость, ми тобі дуже дякуємо за те, що ти почав ранок у нашій компанії. Дуже приємно. Так, нам теж Костянтин Коваленко. Правильно. Я виправився, так, Коваленко. Хоча, до речі, ти знаєш, мені здається, що правильно, що я переплутав спочатку твоє прізвище, а чи ти будеш багатим, потім прийдеш до нас, ну і ми будемо подорожувати. І поговоримо разом. Про закордонні подорожі. До дня 30-річчя України підготували цей прямий ефір. І, друзі, важливо перейти на YouTube-канал і підписатися. А мене звати Макс Сербін. Мене звати Ангеліна Таран, і ми дякуємо вам, що ви завжди з нами. І святкові дні, і вихідні, і в будні. Ми намагаємося робити так, щоб вам було весело та корисно.